Всем привет! Это видео будет просто бомба. Я вам сегодня покажу, как мне сделали ремонт, пока я был за границей, а за ремонтом как бы следила моя супруга, моя жена. Вот. Она как бы строительство ничего не понимает, она просто отдавала ключи, вот, и сама как бы все это время жила у матери. Что они мне сделали? Я постараюсь сегодня это вам показать. Так, значит, ну, как бы я им объяснял, что там, ну, с деньгами проблем не будет. Главное для меня качество прохожих. Как там говорит Джамшут, начальники, вроде ровно. Они просто элементарно даже не выровняли стену. Просто вот такой обои подобрали, как бы перебивает. Я все еще здесь. Смотрите, обои порвался. Или как бы этот порвали, провели этот провод, что ли, или провод оттуда вытащили, что ли, не поймешь. Ну, тут такая красота, конечно, куда без этого. Идем дальше. Постелили линолеум. Стеки обоя, конечно, поражает просто. Вот так вот. Ну, здесь тоже красота такая. Вот здесь настиковка, такая же красота. Ладно, я дальше показывать не буду, там просто я на нервах. Заходим в душевую. Ну, тут как бы подшаманили там, обшили декор панелям. Ну, вроде нормально все. Ну, уголок такой непонятный, который ни черта не приклеили, или там им силикона не хватало, что ли, непонятно. Ну, такой уголок я первый раз такое вижу. И тут такое у меня. Они вместо короба замутили вот это вот чудо. Чудо. Запотела камера, что ли. Такое вот чудо. Ну, уже видно, что там отваливается. Ну, она стоит, обшивка как бы, как-то, лючок. Та-дам! Не закреплен. Полотенцесушитель. Черт твою матери. Они что, блин, на суперклей, что ли? Приклеили, непонятно. Ну, как видите, у меня просто нет слов. Ну, здесь как бы, ладно, можно обойти там. На потолке, конечно, это, косяки есть. Ну, стык там какой-то не совпадает. Вот здесь галтели тоже. Какой-то гвоздик торчит там, его не стали вытащить даже. Вот. Ну, не знаю, потолок вроде ровно на шальнике. Идем в вторую комнату. То же самое херня. Шуруп поставили. Ну, вот так потолок выглядит. Я не знаю, что сказать. Блядь, вот это чудо электричества, я до сих пор, черт твою матери, не догоняю, блядь. Как так, черт возьми, как, блядь, как? Как такое можно сделать, блядь, объясните мне, черт возьми, что это такое, блядь? А?
На это ремонт, блин, я платил хорошие деньги. Я говорил, ребята, делай это от души, не жалей ты ничего. Я вас не обижу. Вот меня там, блин, ремонт они чертовые сделали. Блин, я не знаю, что мне делать. Я тут живу. Получается, мне некуда съезжать обратно. Вот это головняк, геморрой начать. Вот такая вот паутина тут, блин. Поверх обои там замутили там. Вот. Состыковали как бы нормально начальники. Антенна и интернет идет вот таким чудным образом. Просто, блин, охренеть. Их спрятать никак нельзя было, видимо. Ну, вот так вот. Что я хочу сказать. Когда делаете ремонт, проследите. Проследите, если не будете проследить, будет такая попа. Все.